Друзья, всем привет! И прошла очередная неделя нашего марафона. И что же мы делаем? Мы изучаем свои слабые и сильные стороны. Работаем с колесом баланса. Выявляем, какие же сферы у нас вагон-паровоз, да, который толкает нас вперед, а какие, наоборот, оттягивают назад. И что с этим делать? Ставим цели, действуем, читаем правильные книги, знакомимся с друг другом, слушаем наших ярчайших лидеров, мотаем на ус все полезное. Мы понимаем, что самое главное – это действовать. Да, изучаем систему автоматизации. Это здорово, что она у нас есть. А еще мне очень импонирует то, что у нас в компании, знаете, приоритет на гармонию духовного, личностного и финансового роста. И я думаю, что это классно. Ну что же, много еще всего интересного. И я верю, что очень большой будет у всех рост. Я всем этого желаю. И только вперед!